Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Devil May Cry 3. Мы продолжаем проходить эту замечательную игру. Дело близится к финалу, почти финал, я бы сказал. 19-я миссия. Ну что ж, давайте приступим. Миссия 19. Объединение сил. Сразите великого зверя пулей судьбы. Так, меню персонажа. Что нам взять? Возьмем мастера меча, разумеется. Плюс, 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 плюс. Что плюс? Так, тьма и свет, Калина Н. А здесь... Ну, я думаю, можно, в принципе, взять и Агния и Рудра. Почему бы и нет? Я думаю, будет весьма неплохо. Либо Неван взять. Но Неван нет, не поканает. Она пока там зарядится, пока музыку наиграет. Так же, как и Беовульф, пока зарядится силой, я 20 раз успею огрести. Вот как-то так. Поэтому давайте-ка оставим все как есть и приступим. Я собрал, кстати, оставшиеся осколки синих шаров, и у меня на максимум прокачанное здоровье, какое только возможно. Как интересно. Эх! Текс! Вот эти вот ребята, они очень живучие. Сказать, что они живучие, считай, ничего не сказать. Так. Ух ты, зараза, скрылись. Какая-то локация не очень хорошая на самом деле. Мне здесь нифига не светит. Меня так могут забить здесь просто в углу. Ах ты, зараза, под воду ушел, а? Да сколько вас тут? Так, я могу на тебя прокатиться? Могу. Текс. Тихо, тихо, тихо! Недурно. Блин, зря я вышел с демонического обличья, но что делать? Они, эти ребята, умеют контратаковать. Вот это вот их отличительные черты. Просто обалдеть. Ну ладно, мой черед. Давай, 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 давай! Все. Вот тебе и адское местечко. Реки крови, куча разбитых статуй, какая-то жалкая пародия на рай. Вроде как будто как-то все так выглядит. Ох ты! А, знаю, знаю. Так, где вы там? Где вы там спрятались? В каком зеркале? Текс. Да ж сколько ж можно-то лупить-то, а? Блин, а? Живучего, ребята! О, вот это да. Так, надо найти то зеркало, где эти ребята будут отражаться. Ага. Давай, 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 давай. Ну чё, ребята, я вас жду. Давайте сюда.
Во! Неплохо, да? Что за статуя? Останови порочный круг, подчинив себе время и пространство. Кажется, сюда можно что-то вставить. Эк. Давай, 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 давай! Есть! Эк. Сколько еще зеркал? Ага, больше нисколько. Ну ладно. О как. Время и пространство, да? Порочный круг. Ух! Ничего себе! Вот это я здраво появился! Эк. Более чем здраво. Поехали! Зараза, со всех щелей лезете! Мне кажется, их надо валить в этом... в режиме... демона. Ах ты, зараза, свалил. Самый безопасный способ избежать вот этих вот их залпов косой огненной, это стоять либо под ними, либо еще лучше над ними. Эк. Во. Ух ты, зараза. Да что ж ты не делаешь-то, а? Во! Весьма недурно. Все, наколдовали шторм. Что-то у нас стало доступно. Давайте-ка возьмем. Самсара. Скульптура, символизирующая временно-пространственный континуум. Применяется для восстановления порядка временно-пространственных расхождений. А мы находимся в каких-то расхождениях, я так полагаю, да? Ну тут в аду вообще... все крайне забавно протекает. О, где я? Потерянных душ. Постойте, а куда тогда это ведет? А, все, понятно. Тут у нас замкнутый круг. Вот. Останови порочный круг. Так, использовано. И... о! Портал сменился. Блин, ну место, конечно, жутковатое, надо признать. Что есть, то есть. Так-с. Угу. Добро пожаловать. О чем ты думаешь, посмотрев на портрет своего отца? Это все равно, что смотреть в забитый унитаз. Почему ты постоянно суешь свой нос в дела других семей, а? Да ладно, старина, раз у тебя нет любимых занятий? Ты все еще можешь болтать без умолку, увидев это? Я чувствую, как мое тело переполняет сила дьявола. Сила Спарты! Приятель, мой отец не был таким безобразным. Разве по мне не видно? Во всяком случае, эта внешность тебе больше к лицу. Ну а теперь начнем главное мероприятие. Запретная нирвана. Получил силу Спарды и превратился в кусок говна. Ах ты, зараза, а. Черт. Тихо.
Блин, мне так к нему и подходить даже не хочется. Так. Вот в этом режиме вообще все четко получается. Уходит. Эти ребята. Вон их сколько. Блин, дельфины! Текс. Адские, а? Пираньи. Так тебе. Ага. О, нет, походу, я думаю, лучше все-таки не стоит. Текс. Ага, когда они красными становятся, хоть ты чё делай. Где ты там? А, вот. Как кизяк свалился, а? Демонический. Вот, ну гляньте, какой уродец, а? При всей богоподобной силе Спарди, лично я бы от такого бы отказался. Я, пожалуй, пас. О, опять 25. Да что ж такое? Вау! Идите-ка вы от меня. Ах ты, зараза! Блин! О, свалился! Батька вывалился! С крыши упал. Так. Там он глаз торчит, я вижу. Так. Давай ты вали его, а! Сколько ж тебя бить-то можно? Бесполезно! Независимо от того, сколько в тебе силы, ты всего лишь полукровка. Ты не сможешь убедить чистокровного демона, настоящего Спарду! Что это еще? Будь ты проклят! Я пришел, чтобы вернуть свою силу. Ты не можешь с ней управляться. Посмотри на себя. Драматично выходишь и становишься в центре внимания вместо меня. Ну, может, ты в это и не веришь, но он заслуживает того, чтобы стать нашим главным героем, не так ли? Ты знаешь, я думаю, ты прав. Думаете, вам под силу побороть меня? Побороть власть вашего отца, великого Спарты? Тебе необходимо осознать, что тебе не дано контролировать власть Спарды. Зря тратишь время, приятель. Думаю, ему нужно познать боль. Битва братьев, покажите Аркому истинную силу сыновей Спарды. Вергилий следует инструкциям Данте, но не бросает свой собственный особый стиль ударов ногой. Нажмите Б, чтобы призвать Вергилия на свою сторону. Сражаясь с Вергилием, в демона перевоплотиться невозможно. Ха. А вы думаете, мне это надо? Когда два брата, мы теперь по сути обладаем силой Спарды. Черт, вот это самый классный момент, наверное, во всей истории Devil May Cry. Один из самых-самых. Так. Черт, это круто. Так. Во. Вергилий, спасай братца. Ты же старший брат ему. Так. Вау.
Так, я и стиль не могу использовать. Этот, конечно, обидно, ну ладно. Ух ты! Вирджил, ты там... Что делаешь? Давай, забиваем его. Во. Так. Ага. Думаешь, это остановит? Братьев легендарного рыцаря Спарды. Вирджил, ты там давай-ка это. Так. Такс. Блин, не сколько этот опасен, сколько эти дельфины проклятые. Отлично. Где ты? Вот он! Атакуй! Вирджил, вместе! Вместе, вместе! Не может быть! Вы не можете! Сдохни! Я попробую один раз, по-твоему. Помнишь, что мы говорили? Не делайте этого! Джекпот. Я обладаю истинной силой Спарды! Не очень красиво для последних предсмертных слов. Вот это миссия, вот это игра. У меня что-то аж мурашки пошли по телу. С ума сойти. Черт, а как же круто. Как они оба-то его раскатали, а направо-налево. Два брата. Ай. Синий и красный. С ума сойти. Да, за босса 9000 получили. Но самая тяжелая битва и самая... Самая такая, я бы сказал... Драматичное нас ждет впереди, в последней серии, которая будет уже в следующей серии, собственно. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.